Nu rast că sunt dejvaruțiune. Cap pe încă tesni. Ele sunt aia ca ne martin ciorsan cam gărâie în gânațe. Masnac țele. Ce mă zon vori mele hâne în masnac țitena. Эрику 30 лет. Он родился и вырос в деревне Ашан Нагорного Карабаха Мартунинского района. Эрик принимал участие в военных действиях в 2016, 2017, 2020 и 2023 годах. Он один из многочисленных беженцев из Нагорного Карабаха. По данным армянской стороны, в считанные дни из Арцаха выехали около 100 тысяч человек. Массовому выселению людей предшествовали 9-месячная блокада и голод, а затем нападение Азербайджана. По данным Следственного комитета Армении, зафиксировано 14 случаев пыток, из них 2 гражданского населения. Тот факт, что Нагорный Карабах за несколько дней полностью опустел, констатировали вошедшие туда с опозданием представители международных структур. Там, где останавливались беженцы, все местные жители на несколько дней становились волонтерами. Волонтер Алмаз провела ночь в дороге, проехала 300 километров от Дилижана до Гориса. Беженцев разместили в гостиницах, государственных учреждениях, временных приютах и на съемных квартирах. Сейчас кров над головой есть у всех, но это может оказаться временным. Трудно сказать, как долго переселенцы смогут оставаться во временных жилищах. Стоимость аренды в Армении существенно повысилась из-за наплыва россиян, переехавших после вторжения в Украину. Цены за двухкомнатную квартиру колеблются от $250 США в областях до $700 в Ереване. Каждому беженцу на первое время выдали по 100 тысяч драмов – $250. С октября каждый житель Арцаха получит по $1000 на 6 месяцев на оплату аренды и коммунальных расходов. Эти выплаты не касаются тех, кто владеет недвижимостью в Армении, но и им полагается субсидия на оплату коммунальных расходов. Не получит финансовой поддержки лишь тот, кто живет в бесплатно предоставленном государством жилье – гостиницах, общежитиях или госучреждениях. Власти обещают, что социальные программы продолжатся. Вынужденные переселенцы получат в Армении статус временной защиты. Он дается на 1 год с возможностью продления. Этот статус позволит пользоваться международными конвенционными механизмами. Спортшкола города Абуян стала приютом для 27 семей. Здесь живет Артур Уганджанян с 4 детьми. Он не может найти работу до тех пор, пока не восстановит документы. 13-летняя Лариса с 80-летней бабушкой и 2 братьями живут в городе Раздан в арендованной квартире. Без поддержки государства бабушка не справится с нуждами детей. На полгода семья получит сумму, равную примерно $5000 США. В семье Бедян 8 детей. Вместе с родителями и бабушкой они живут в Раздане. Их временно приютил в своем доме совершенно посторонний местный житель. Люди согласны ютиться во временном жилье, пытаясь начать жить сначала, отметая возможность сосуществования в Карабахе вместе с азербайджанцами. Почему? Вы знаете, какие жертвы у нас там? Молодежи не осталось, мужчин не осталось там. А после всего этого, как может мать жить с ними? Невозможно это. Нет. Только плохое видели и слышали. Я не собираюсь. Это точно. И так, остальные наши арцахцы. Не карабахцы, а арцахцы.
Каждый переселенец ждет от мира гарантии безопасности, возможности вернуться на родину и жить под собственным кровом. Хотя, какими именно могут быть эти гарантии, пока представить сложно. Իմանամ ապահովեն երեխաներս, ընտանիքս, նորից ետ կգնամ, բայց չեմ պատկերացնում, դա ոնց պետ է լինել։